Одним из самых первых смогут проголосовать казахстанцы, находящиеся по разным причинам в странах Юго-Восточной Азии, где утро наступило на несколько часов раньше. И, как сообщает наш корреспондент в Японии, на избирательном участке номер 261, расположенном при посольстве Казахстана, уже есть первые проголосовавшие граждане. Известно, что в стране восходящего солнца зарегистрировано 96 граждан, имеющих право голоса. В списке избирателей казахстанцы, временно проживающие в Японии, а также туристы и граждане, прибывшие в служебной командировке. Я являюсь студентом Васаэдо университета. Для меня это первые выборы там, за границей, в Японии. В Японии я уже полтора года. Сегодня я пришел пораньше, чтобы показать свою гражданскую позицию. Я считаю, что каждый казахстанец должен отдать свой голос за человека, которого он считает достойным, потому что, отдавая свой голос, мы можем решить судьбу Казахстана. Поэтому очень важно проявлять свою гражданскую позицию.